обещал на 100 каре про оладушки и вчера его снимал. Вот как это было. Сначала человечке было сказано приготовить оладушки. Долго она их так жарила, я устал ждать. Потом мы с папой еле-еле усадили среднего и младшего человека за стол, строго-настрого предупредив оладушки не жрать. Меня отец заставил их контролировать. Не жрать! Оладушки для съемок! Они наши! Оладушки! Дальше мы снимали, как оладушки падают в тарелку, лежат на тарелке и, наконец, как мы их едим. Все бы ничего, но эти человеки все испортили. Но что только не шел, мой отец и скулил по-хорошему, и рычал по-плохому, и стоял на задних лапах, и давал лапу. Все без толку. Тупят человеки по-страшному. Даже я уже не выдержал и гавнул пару раз. Но мы все преодолели. Сняли офигенный рэп. Оладушки. Клипа про оладушки завтра, 28 сентября, на канале моего отца Хаски Бандит. Со 100 тысячами подписчиков тебя, отец! Гоп садрится, коп саца! А ну давай спросим Google, а кто такой мистер Бубл? А ну давай спросим Google.